Сейчас в странах Европы и в США наблюдается рост интереса к трюкам, еще недавно считавшимся уделом профессионалов-циркачей и спортсменов. Не остается в стороне от этой тенденции и Беларусь. Например, полдэнс, танец на шесте. Сегодня есть несколько сильных школ этого направления. А вот с китайской мачтой широкой публике еще предстоит познакомиться. Впрочем, сказать об этом шоу «Танец» можно весьма условно. Китайская мачта – это акробатический цирковой снаряд, но я стилизовал свою мачту под уличный фонарный столб. Китайская мачта и такой жанр, как чайный сэпул, в котором я работаю, отличается покрытием. Если полдэнс на любительском уровне, либо профессиональном, это хромированные пилоны и хромированные шесты, то у меня чуть все побрутальнее, чуть посерьезнее. Китайская мачта – это для мужчин. В планах Евгения начать обучение трюкам здесь, в Беларуси. Для того, чтобы так непринужденно постоять на мачте, нужна серьезная физическая подготовка. Китайская мачта несет в себе фундаментальные акробатические навыки. И вся трюковая база основана на силовой и на акробатической направленности. Поэтому парням это должно быть интересно. Парням из цирковой студии это удается легко. А как справиться с задачей неподготовленный человек? Левая ручка вверху, правая идет в основание. Отлично. Теперь мы левую руку перехватываем. Палец должен стоять вот так. Стопой по максимуму выше левой руки. Попробуйте зацепиться и вынести таз вперед. Отлично. Давайте, давайте. Это прекрасно. Здесь следовало бы сказать, не пытайтесь повторить это без контроля тренера и без страховки. Это трюк формата уникальности, поэтому не так просто к нему подойти. Это трюк не для начинающих. Так что не зря китайская мачта считается мужским акробатическим снарядом. Артист, объехавший со своим уникальным номером множество стран, уверен, что у него найдется немало последователей и на родине. Причем не только среди профессионалов-циркачей. Конечно, для освоения акробатических трюков понадобится немало времени, но главное было бы желание.